Позвольте, Thank you.
думает. Половина пошла. Это не будет. Вот.
Мы только будем получать, но уже через 3 года мы видим, как расходится циклив. Что пациенты, конечно же, приходили к нам на более ранних стадиях, это наша с вами общая задача. Ну, а мы будем, конечно, все возможности лекарственной терапии реализовывать в полном объеме. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое, Анна Игоревна. Большое спасибо за презентацию, за доклад. Есть ли вопросы в зале? Можно? Да, конечно. По препаратам, про которые вы сейчас рассказали, насколько они сейчас доступны для пациентов? То есть пациент может прийти в клиническое исследование, да, как я понимаю, попасть в него, если он подходит. А если препарат, вы уже сказали, зарегистрирован, есть какая-то программа, в которую пациент может попасть? Потому что, я думаю, если вы сейчас начнете называть стоимости терапии, то они неприятно удивят и нас, ну и, конечно, наших пациентов и их родственников. Так, к сожалению, проблема стоимости препаратов, современных препаратов, она во всем мире стоит, не только в Российской Федерации. Но сейчас, я не буду говорить радужно, да, мы понимаем проблемы нашей страны, они во многих вещах, в медицине, конечно, они присутствуют. Но обеспечение препаратами она становится лучше, и, ну, в принципе, с каждым годом, наверное, доступность препаратов она все выше и выше. Конечно же, какие-то коллегиальные обсуждения пациентов, консилиумное мнение, да, мнение федеральных центров, к которым мы относимся, оно будет помогать этим пациентам получать препараты, потому что регионы препараты закупают в том или другом объеме, но, по крайней мере, все нужно искать возможности обеспечения пациентов. И, разумеется, ну, идущие освоят дорогу, конечно. На самом деле очень много вот этих вопросов, которые мы обсуждаем постоянно, в том числе и вчера было обсуждение по поводу как раз пациентов с меланомой кожи. Конечно же, большая часть пациентов обращается к нам в институт для, из регионов именно, для того, чтобы у нас в институте было написано заключение, по которому регион, возможно, сможет закупить или выдаст этому пациенту препарат. Это такая схема, которой, в общем-то, мы придерживаемся, но мы стараемся не писать показанное это проведение, потому что не во всех регионах это есть, и потом понятно, что наши коллеги в регионе, они тоже страдают от того, что если такое заключение придет, пациент начинает требовать, потому как не везде такое обеспечение, не во всех регионах, и не все регионы могут позволить себе приобрести препараты, даже если там будет один такой пациент. Ну и хотелось бы просто сказать о том, что вот ваша презентация, на самом деле, она действительно очень интересная. И опять же, возвращаясь к тому, что сегодняшней теме нашего мероприятия, о том, что те же мутации, о которых такой эффект, который вы потрясающе показали в своей презентации, речь идет о том, что необходим именно материал. Материал удаленный, правильно удаленной опухоли. О чем мы сейчас и говорим? О том, чтобы если удаляется и сжигается часть опухоли, и она будет потом в дальнейшем невозможно из нее получить тот материал, невозможно будет определить мутацию. Определение, например, брав мутации очень сложно, определение или определение другой мутации, если материал будет неполноценный. Поэтому, конечно же, вот именно упор на то, что необходимо получение этого материала и его иметь в архиве для того, что если будут какие-то сомнения, ошибиться может любой, каждый из нас, и мы, и вы, любой хирург, и любой врач может ошибиться. Это, конечно, главное, что это вовремя было исправлено, и материал, который получается, если есть какое-то сомнение, то нужно обязательно привести в лабораторию, которая смотрит каждый день эти опухоли, не, ну, меланомы видит. Поэтому, конечно, вот это вот очень важный момент. Спасибо большое, и да. Можно вам микрофон, будьте любезны, представьтесь, пожалуйста. Агнесян Марьяна Вегенна, Санкт-Петербургский государственный медицинский университет. Вопрос про BRAF-мутацию точно такой же, наверное, в продолжении. Насколько она доступна, понятно, для жителей Петербурга, да, насколько она доступна в регионах? То есть как получают пациенты это исследование вот, как бы вне Санкт-Петербурга? Исследование мутации. Ну, в принципе, программа уже по определению мутации в гене BRAF, она работает уже несколько лет. С момента ее, ну, в принципе, вот, даже начала клинических исследований, ее курирует Русское Российское общество клинической онкологии. И бесплатная доставка препаратов обеспечивается. В принципе, онкологи в регионах, они знают уже всю эту систему. И все пациенты, нуждающиеся в определении, они по определенные каналы, там, в Москву, в Петербург, в лаборатории все это производится.
Ну, наверное, надо нам какой-то, может быть, показать, каким образом, как доступность, к кому именно обращаться. Русско, понятно, да, но вот конкретно, если появился материал, например, у дерматолога, есть сомнения. Но получилось меланома, да, нужен материал, его привезти. Куда мы его везем и как мы это определяем? Я думаю, что в этой ситуации все равно лучше заниматься не дерматологу, а онкологу. Да, совершенно верно. Онколог уже дальше все это решает. Так, а если пациента на руках, вот нас смотрит пациент, может быть, кто-то сам, потенциальный пациент, может смотреть, куда ему нести этот препарат, и мы можем ему, например, маршрутизацию определить, куда. Да. Да, и также онкологи именно из региона обращаются. И вот у меня тоже была такая ситуация, когда онколог из региона обратился, сказал, как мне вот в этот материал доставить для определения BRAF-мутации. С учетом того, что есть вот эта вот акция, не то что акция, это именно уже давно, это, по-моему, три года, да, это уже три или четыре года, это уже работает, это бесплатно, дорогостоящее исследование, но оно делается бесплатно. И, соответственно, вот именно вот как, каким образом... К сожалению, сейчас не скажу точные координаты, но я думаю, что это действительно легко найти, то, что есть, ну, сайт, то есть можно сайте. На сайте это точно можно найти. Информация абсолютно доступна. Да, да, и там есть контакты, на самом деле, куда можно обратиться, они четко скажут, куда именно. Да. Да, будьте любезны. Это микрофон. У нас. Будьте любезны. Да. То есть... Будьте любезны, микрофон, пожалуйста. Пожалуйста. Лаборатория. Еще раз, извините, пожалуйста, потому что конкретики нет. Мы-то пришли, например, я дерматолог. Да, вы задавайте вопросы, будет конкретный ответ. Если у вас, то почему вы не даете конкретно, куда направлять? Нет, лаборатория, в нашу лабораторию, конечно, можно обратиться. Я имею в виду, вот в рамках этой бесплатной системы. Это же не в плате дело, а вот конкретно в вашу лабораторию. Наша лаборатория, да, она проводит. То есть просто приезжает человек, да, со стеклами, со всеми, да? Да. Этот путь, он абсолютно, он писал. Ну, потому конечно. Что вы так говорите, как будто не ваш. Нет, извините, я тогда повторюсь, институте. Если это не совсем спасибо. Понятно. У нас в институте выполняются все эти мутации. У нас это все доступно, пожалуйста. Это можно сделать, может обратиться любой, обращается в колл-центр, и на сайте у нас все представлены контакты, можно обратиться и выполнить это исследование. Но сейчас речь идет о том, чтобы пациенту помочь не оплачивать вот эту вот мутацию. Это речь идет только об этом сейчас, а не о том, что где-то мы не знаем, где это делать. Мы знаем, где это декурируют, это Русско. И если зайти на сайт к ним, именно Русско, то там можно будет получить все контакты, какая маршрутизация вот этого препарата в наше учреждение, потому что доставляется, да, но каким путем и какие документы, все написано и расписано там. Поэтому если в плане именно бесплатный, такой план. Не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте вопросы. Мы для этого сегодня собрались, очень приятно. Представьтесь, пожалуйста. Доктор-драматолог, поликлиника МВД. Вот у меня вопрос по терапии. Какая длительность этой терапии? И если все-таки пациенту удалось ее получить бесплатно, все-таки когда-то это, наверное, должно закончиться, и что ему делать дальше? Хороший вопрос. Да, это вопрос, который задают себе и онкологи также, да, потому что никто не сказал, еще нет данных о том, когда нужно завершить любую эффективную терапию. Для иммунотерапии такие средние сроки, если мы говорим об ипилимумабе, это обычно 4 введения, причем при реализации эффекта, при дальнейшем прогрессировании возможно вновь вернуться к этому препарату, такая тоже опция возможна, повторного запуска, да, иммунной системы. Для препаратов уже второй группы обычно сроки лечения ограничиваются 2 годами. То есть они изначально строги были в клиническом исследовании, в некоторых исследованиях были до прогрессирования. Опять же, потому что вопрос, когда завершить, никто не знает. Сейчас все чаще и чаще эти обсуждения ведутся, поскольку уже накопился клинический опыт. Уже видно, что довольно большой процент пациентов достигли полного регресса. Нужно ли им продолжать? Уже система иммунная работает. Да? Вот вопрос сложный. И, разумеется, здесь должны быть все равно такие достоверные данные. Они могут быть получены только из рандомизированных исследований. Одни пациенты получали 2 года терапию, другие пациенты получали полгода терапии там после достижения полного регресса. Пока эти исследования еще или в плане, или проводятся, пока точных данных нет. И то же самое в отношении таргетной терапии. Эффект есть, завершать или не завершать, пока еще решения нет. Завершение лечения может быть еще из-за токсичности, потому что, к сожалению, препараты, как бы они ни были эффективны, они могут быть и высокотоксичны у ряда пациентов. Поэтому бывает, мы эффект достигаем, но при этом должны завершить лечение из-за того, что уже возникают осложнения лечения. Они тоже бывают.